В эфире «Дела» прямо сейчас. Еще одна новость про деньги. Компания ЕТК, торговая марка «Ростелеком», открыла новый центр продаж и обслуживания по адресу Диктатуры Пролетариата, 31. Для удобства абонентов пространство в новом офисе организовано по принципу зонирования. Представлены зоны обслуживания, бизнес, сервисное обслуживание, прием платежей и зона экспо с широким выбором смартфонов, модемов и аксессуаров.